сегодня 21 октября, лесу, вот, вернулся, тоже попрыгал. Попадаются и зайчи, и собачьи, и лиси, вот только нет. Погодка сегодня, конечно, радовала сначала, теперь там вот надвигается что-то на меня. Не знаю, как буду домой возвращаться. Придется по компасу опять идти. Блин, если сейчас снегопад зарядит, или что там такое будет, не знаю. Ну, посмотрим. Нет, уже зима, еще не зима, но снег есть, поэтому я нравится. Только по компасу, ну и по своим следам. Следы я оставляю. Я не пошел. О, еще зайчик сходит. А здесь был лось, причем совсем недавно. Здесь не было, я знаю точно. Ничего себе. Следов нет, видимо. Проходил до того, как снег, наверное. Какая красота. Солнышко появилось опять. Снег чуть-чуть посыпал и перестал. Ветер дует, не знаю, он придет. Мне не видно там, что в городе происходит, что за сопками. Поэтому не знаю, потому что там уже прекратилось все. Да, испугался бурана. Брал с собой уточку. До озера не пошел, потому что думал, сейчас как заметет. Отошел я, сопки спустился, и тучи как просто сдуло. Нет, солнце светит. Нас радует. Жалею, конечно, что вернулся. Что ж, я уже почти выход. Жалко.